Алек, доброе утро. Первый день нашего похода. Раннее утро, 4 часа 19 сентября 2016 года. Плывает из Питера Керчь по пути. Это наш пароход, называемый ССП, что переводится «самый стремительный пароход». Суровые, смелые парни, сердцами стуча в пучину, отправляются на самом стремительном пароходе в Керчь. Двигатель уже прогрет. 5 час утра. Мы уже под парами. Сегодня полнолуние, что ли? А это будущий небоскреб. Капитан, ваши слова перед отходом. Пора. Ехали! Какой-то утонувший дом. Дворец, да? Да, замечательно смотрится, просто замечательно. Его со всех сторон можно снимать. Тем более сейчас тишина. Подсветка такая еще ранняя. Замечательно. Пока не изгадили. Гадят со страшной силой. Медведева, что ли? Ну, Медведев, да. Я настолько незначительно, что я фамилию даже не понимаю. Вот. У нас ребята делали все электрические работы в Новороссии. А река-то как называется? Это Малая вот это... Невка или Большая Невка? Вот это Большая Невка, это Средняя Невка. А-а-а. Большая – самая маленькая, по сути дела. Вон там, видишь, желтенький домик? Да. Это церковь. Вот когда я был... А, вот эта водокачка, вот она торчит, она накрывает... Да. Накрывает четко с того берега засмотришь. Такое безобразие, дальше не пойти. А туда раньше не пройти было, там заборы везде. Дворец Александра, да? Ну, Александр II, да, и как бы фамилию-то забыл. Бабульский и что-то такое. Кстати, очень порядочный женщина. Он когда умер, перед смертью он завещал там очень приличные деньги и сумму. Она деньги не взяла, отдала на благотворительный. Ну, в общем, такая вот вещь. Красиво. Что-то я тоже дурака валяю. Мне фотоаппарат сейчас принесут, фотоаппарат поснимал. Врезаться не к тебе не врезали, а так вот, когда спокойно, ну, иногда вот пешком ходил. Мой двоюродный дед служил на Авроре. В 2015 году, но это было учебное судно. Ну, понятно, оно же участвовало в этом самом... В японской войне, но это 5-й год, а он в 15-м.
Да. Насколько же оно устарело уже тогда так? 17-го. Да. Стоял он там далеко от Зимнего дворца, за мостами. Потом всю эту легенду придумали, растиражировали. Подходим к Ивановским порогам. Это их самое начало. Течение такое, что буи кладет на бок. Завод Пелла. Таких бурунов на Неве не увидишь там, в Ленинграде. Вот. А тут вон что делается. Вот это моща тут. Только в течение тут просто летишь. Вот и вся наша скорость. Почти стоим. Стоим на месте. Ну, потому что я говорю, струя тут это. Видно, как под наклоном отдать. Еще 300 метров и все. Стоим Встали на месте. Стоим. Вообще-то плывем, но это еле не едет. Не стоим. Плывем, вообще стоим. Стоим вообще. Почему это все нас стоят? Там смотрите, как раз. Вот так, ага. Сорваться. Охренеть. С этого места сорваться надо. Охренеть. С каждым десятком метров полегче будет. Утро второго дня, мы в Петрокрепости. Старый Ладожский канал, шлюзы. А вот наш самый стремительный пароход 82.
Сегодня на Ладоге страшное дело творится. Надо скорее пробежать. Здесь грузили корабли и тащили их по каналу лошадями, лошадьми. Чем все дело кончилось.